Свои 24 Гузель Хасанова уже добилась огромных успехов. В конце декабря девушка стала победительницей известного музыкального проекта «Фабрика звезд». Теперь Гузель ждут концерты, съемки клипов и сотрудничество с лучшими продюсерами страны. Мало кто знает, что свой путь к большой сцене девушка начинала в Заволжском центре детского творчества номер 5. Именно сюда по приезду в Ульяновск Гузель приехала первым делом. Встретиться с педагогами, пообщаться с ребятами и ответить на вопросы журналистов. Гузель пришла к нам в студию, когда ей было 13 лет. Сразу обратила на себя внимание, потому что она обладала невероятными вокальными способностями. Такие дети сейчас редко бывают, попадаются. Поэтому я даже не задумываясь, ее сразу определила в старший состав. Она пела одновременно с ребятами по 15-16 лет. Конечно, все за нее переживали, очень волновались, и держали ручки, и голосовали. И гордимся мы, Гузель нашей, гордимся, конечно, таким педагогом Ксивиль Абдулаевна, который стал ее первым педагогом по вокалу. И, конечно, мы надеемся увидеть ее в ближайшем будущем на всех каналах ведущих нашего российского телевидения. Гузель начала петь с 4 лет, а уже с 7 профессионально занялась вокалом. По признанию самой девушки, оглушительным успехом на фабрике она обязана своим ульяновским педагогам. Наверное, это и была моя детская фабрика звезд, скажем так, которая дала мне всю основу, благодаря которой в Москве мне было гораздо проще дальше развиваться. В Ульяновске Гузель не живет уже около 8 лет. После окончания школы она перебралась в Москву учиться в университете. Но несмотря на это, именно город на Волге остается для девушки по-настоящему родным. Именно здесь зарождалось все то, что я сейчас себе, скажем так, несу. Я говорю как и про творческую составляющую, как про интеллектуальную, как про человека, как про личность в целом. Я безумно люблю наш город, я сюда приезжаю очень-очень часто. И все, что со мной происходит, благодаря, собственно, тому, что дали мне здесь преподаватели, родители и все близкие мне люди. В нашем городе Гузель пробудет всего неделю, пообщается с родственниками и друзьями, а дальше девушку ждет работа. Тур по городам с другими участниками проекта и съемка своего сольного клипа. Дарья Судрева, новости Ульяновской правды.